Я не могу, блядь, сейчас. О, так нормально, кстати. Что? Что произошло? Я прослушал. Колесо лопнуло. Да чё он едет-то дальше? Ебанутый, сука, чешо, блядь. Ну, ебать, не наиграно нихуя, ебаный в рот, блядь. Бля, прикиньте. Я думаю, этот чел мог бы, блядь, сука, хотя бы получше отыграть как-то, я хуй пойми. Сука, я в ахуе. Ебать, он же права недавно получил, блядь. Кошмар, блядь, я уже педали перепутал на тачку, которую... Еще и с этой стороны сняли, ух ты, с двух сторон снимали, охуеть. Ебануться, бля, ребят. И как знали, блядь? О, третий оператор пришел. Что случилось? Красава, братан, настоящий амбассадор BMW, блядь. Сжег Мерседес, разъебал Порш, блядь. Все, пиздец. Нахуй, бороться со злом нужно изнутри, я считаю. Сейчас будет угар. Смотрите, блядь, вот опять уважаемый человек едет, смотрите, Мерседес, едет Ауди, вот опять BMW, посмотрите на него, блядь. Я говорю, они прям, ну, особым умом, сообразительностью прям вот отличаются. Сейчас еще и въебется, блядь. О! И на Авито, блядь, один владелец, нахуй, 800 тысяч. Так вот, я забыл сказать один аргумент. Все тачки на Авито, они пошатанные BMW, всегда. Прям вообще всегда. Прям нормальную живую бэху найти, блядь, у мужика вообще невозможно. Нужно искать водителя женщину, тогда можно живую найти еще более-менее. Нет, это мне эксперт, кстати, говорил реально. Это не я эксперт. Я эскорт. Go for it. All right, so the question of the day. Can you steal the spirit of ecstasy from a Rolls-Royce? All right. Well, I say no. Oh, oh my god. That's the first time. Так легко ломается. Чел, да, есть чуваки, которые пиздят, блядь, шилдики Мерседеса, бля, отрывают. Потом у Роллс-Ройса пиздят эту хуйню. Причем даже не спасает защита. Если ты не убрал, у тебя эту хуйню спиздят. Она припиздец сколько дорого стоит, кстати. Зачем? Но это как у Порша, блядь, фары вытаскивать, понял? Владельцы, блядь, Каенов охуевают вообще. Ну, в новых уже нормально, вот старых, блядь, по приколу, блядь, постоянно фары вытаскивают. Блять, так. Это что за машина? Блять, пиздец. Да, селе ведеть фаца, стара, де ла Euroins, когда орсауде ча ловит аста кологан.
Сейчас тоже будет весело, чувствую. Хорошо, блядь. Чё, у Вана русский переводчик? Ну-ка, пойдем сходим.